Печка ТВ представляет. Сезон 35. Уже в игре. Старинный стол. Модель «Призрак скорости». Рюкзак «Бессмертие». Скины за знаки отличия. Шруми. Модель «Каустик». Модель байка «Ронин». Конечно же, новые события календаря. Разбившийся корабль. Коммуна. И лаборатория в порту. Ну и набор сезона 35. И много-много других ценных наград. Погнали, посмотрим его. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. И это последний день на Земле. Сезон 35 уже здесь. Много всяких разных скинов, ненужных столов. Слушай, у нас уже мебельный магазин можно открывать, ставить некуда. Вот этот рюкзак вообще у нас есть, только зелененький. Модель призрак. Даже не знаю, что тебе сказать. А вот то, что у меня здесь две модели не забраны, вот это шикарно. Конечно, сейчас заберем, но прежде 50 жетонов наемников. Это 10 вызовов. Шикарно, сезон все как обычно. Собирай ресурсы, участвуй в событиях, т-т-т-т-т-т-т-т. Забираем премиум. И оп, я спокойно его могу купить. Почему? Ссылочка на Рустор в описании видео, а гайдик в плейлисте техподдержка на канале. Раз и готово. Фу, блинчики, 50 жетонов. Обязательно сейчас побежим их тратить, конечно. Но для начала давай заберем своего призрака скорости. Да, раньше нам нужна была краска. Слушай, какой-то он такой нежный, да? Я бы, не знаю, поярче его, что ли, сделал. Ну-ка. Если ты фанат Николаса Кейджа, то как бы да, зайдет. Ну чё, шикарный байк. Поехали дальше. Забираем еще два скинчика. Оп. Гранатомет. Ты у меня 61 или 70-й. Я запутался. В общем, много. Много-много. Ну да, если у тебя немного граников, это прям шикарно. Что-то вы мне впихиваете этот рюкзак и впихиваете. Взять, что ли? Мину берем, конечно. Вот он, красавчик первый. Модель Ронин. Не помню, за какой сезон. Неважно, важно, что мы забираем его. А вот это дали в тему. У нас как раз сейчас повышенный урон в лаборатории Генезис от уравнителей. Наконец-таки выбили. Забираем. Ну да, придется тратить краску, если я не ошибаюсь. То есть, если бы я их выбил тогда, когда был сезон, другое дело. Модель «Каустик». Черная и желтая краска. Блин, красивый, да? Красивый, красивый. Amazon Prime. Можно было получить через Amazon Prime. И «Ронин» сезон 14. Ой, блин, у меня желтой краски, походу, не хватает. Оу, хорошо. А вот и запасы желтой краски. Вообще, если тебе нужна краска, тебе надо регулярно фармить бункер альфа и открывать три ящика. И будет тебе краска. Перекрасить его немедленно. Слушай, ну Ронин прикольный, да? Куда прикольнее, чем байк за сезон 35. Но покатаемся, конечно, на нем. Побежали смотреть рюкзаки. О, посмотри, ха, Вуду, сезон 12, ну то же самое, блин.
Один в один. Ну, то есть можно не пыхтеть, но... Если тебе нужен вездеход, ёлы-палы. 6 наборов фармишь, гарантированно идет. Боевая броня рейдеров, это то же самое, что и спецвойск. Пулемет и 3 мины. Ну и, да? Вот эти вот вещи. Ну, по факту, ты можешь добить трансмиссии для своего вездехода. А теперь полетели в поселение. Крутить наемников, это всегда круто. Купить, блинчики. 10 наборов. Как лучше открывать, по одному или за раз все 10, я не знаю, смотри сам. Но сразу 10 как-то не весело, давай по одному крутить. Как-то да, вот как-то вот. Чё бы тебе не давали, это круто. Любая нашивка – это прокачка твоих наемников. По чуть-чуть копишь и проходишь. Как быстро заканчиваются, а? Слушай, я только начал, ребята. Чё, всё, что ли? Блин. Всё? Всё. И это 10. Ёлы-палы, как мало, а? Да, когда ты далеко доходишь, да, тебе надо много. Много надо. И это достаточно мало. Чё тут повыбивали-то? Очень много дали на Конора. Мне ещё бараки, мне ещё Конора выбивать. Жесть. Рэйчел, казалось бы, вкачать. Нафиг, это все пойдет в Конора. Хорошо скопилось, да? Ну и вот этот, конечно, парень. Такер так и нужен. Ёлки-палки! Блин, 2300. Еще 2 нашивки надо выбить. Либо его нашивку, да, Костолома, либо вот эту вот универсальную. Так, что, попробуем? Давай попробуем. Живи, Конор! Если ты всосешь, все, приплыли. Живи, мужчина, живи! Ноу! Ну как бы да, карма сама не справится. Жалко, что мужчина с пулеметом так быстро всосал. Какая боль! Надо подкачаться. Все, последний говнарь остался. Да вы что, орёте что ли? Откуда что берется? Ой, блин, слушай, это жестко. Маврик, дружище, ну поживи еще чуть-чуть. Кто этих здоровых мужчин высекать-то будет? Корбан Даллас один не справится. Это что такое вообще? Ха-ха, пройдем. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Слушай, ты смотри, какие они толстые. Я в шоке. Жестко. Да. Эх, старушка моя. Слабовато еще. Слабовато. Надо подкачаться. Ну а теперь погнали. События календаря. Разбившийся корабль, коммуна и лаборатория в порту. Начинаем с самого простого. Здесь просто может выпасть халява. Все 6 дней, сколько происходит события, желательно заходить и забирать ее. В ближнем бою любой новичок справится. Ну я сейчас крайне неосторожно действую, да? Но можно и по стелсу. Готово. Быстро. Оп. Шикарно, да? Ёлы-палы. Чё б тебе здесь не выпало, всё ништяк. Ну и всё как бы. За золото, конечно, не крутим. Почему, конечно? 150 золота. Оставь на лабораторию Генезис лучше. Коммуна. Коммуна – это коммуна. Живут, значит, здесь фанатики, но наград шикарный. Минимальное прохождение – это вот этот домик. Достаточно легко можно пройти. Награды всегда хорошие. Плюс звезды посмотреть дополнительные, чтобы забрать скинчики. Короче, это круто было. Что возьмем? Возьмем вот эту карту. Садимся на корточки, и мы типа со стелса, да? Оп. А, да, точно. Обшибся. И все, и поломал, да? Поломал, блин, стратегию. Да надоел ты. Где? Граната. Уже одна звезда в кармане у меня, да? Блин, это шикарно, слушай. Знаки отличия прям, да. Если ты за голду будешь улучшать оружие, тогда, к примеру, на разрушитель топ-моды можно получить.
вторая уже посложней. Тут уже чуть-чуть можно замешать огнестрельчик. А можно и не замешивать. Так, что-то я это... в кнопочках заблудился. А вот третья... тут уже да. Тут стопудово потребуется огнестрел. Блин, хорошо, да? Давай возьмем огнестрельчик. Ну и лечение, да, сразу пере... Я что, с краской поехал? Вот балбес вообще. Блинчики. Поехали. Уравнитель нам еще потребуется. Да, противогазы, да. Антирадкомплекты брони, они как бы лишние не будут. Тебе тогда ядик не будет отнимать. 3 звезды, 600 опыта сезона. Забрать. Ну а если 25 золота потратить, да, тогда прям хорошо пушит. А? Дьявол, мотор... эргономичная рукоять со скиллом распиливания. Я не знаю, это шикарно. Это шикарно, если за голду. Но я не буду тратить голду, потому что потому. Также здесь у нас Отис мужчина. Тут нужны резиновые сапоги. Тут нужен огнестрел. Короче, мы не будем это сейчас безобразие проходить. Ну и кровавая женщина. То же самое, нужен огнестрел, по-хорошему, если с бубнами не плясать. Здесь самая жесткая тема, поэтому и опыта, да, дают. Каждый день ты можешь бомбить, если без золота, по 9 знаков отличия. Это нормально, реально. Ну а что касается прокачки сезона, если тебе не нужны знаки отличия, конечно. Бункер Альфа, лаборатория Генезис, мертвый остров. Просто изумительное заведение. Ну и финальное событие. Лаборатория в порту. Дополнительный карбон, заводские детали. Но падает это безобразие только на нормал режиме, не на харде. У меня уже запущен хард режим, поэтому никаких заводских деталей и карбона здесь не будет. Но вот повышенный урон от уравнителя, это шикарно. Это как раз для хард режима. Ай, блин, чё, серьёзно? Ой, ещё и этот сейчас сипёт. Очень неприятные ребята. Да, если ещё взять скилл герой боевика, это будет вообще восторг. Да, когда есть повышенный урон оружия Генезис... Чё это было? Ха-ха-ха-ха! Есть резон бомбить боссов и делать прохождение, потому что это выгодно. Ну, как бы да, всосали, что поделать. Не бойся падать в лаборатории Генезис. Ничего страшного. Приезжаем, забираем назад свой лут. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался на канал? Ты новичок? Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Печка ТВ есть везде. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые каждый день проходят на площадке Трова, Twitch и YouTube. А вот и наш трупик. Я ж говорю, ничего страшного. Удачного тебе сезона. Пока-пока.